70% и 50%. Детская обувь. Это на оценке уже. Такие бархатные сапожки. Сколько же они стоят? Давайте посмотрим цену. $8.38. Скидка. Детская обувь здесь красивая. Вот такие сапожки красивые. 7.48 сейчас детские. Смотрите, какая прелесть. $24 сейчас на оценке. Это пятерочка. Я хочу сказать, что если у вас маленький размер женщины, допустим 6 или 6,5, и вам нравится какая-то обувь, например, такая, то пятый размер подходит к 6,5. Просто для информации. Потому что бывает, что как бы считается детская обувь, но она вполне довольно-таки взрослая. И шнурки можно поменять, какие вам хочется. Вот такие сапоги продают и взрослые, и детские. Просто чтобы имели в виду, если у кого маленький размер. Если шестерка, то 4, 4,5, 5, 5,5, 6 – это даже примерно где-то 7 размер будет. Тоже смотрите, какие милашки. Симпатичные. Тоже симпатичные. Смотрите, какие симпатичные. Сейчас на скидке $7. Что я хочу сказать по поводу обуви Target. Target очень хорошо пойти, если вы хотите купить спортивную обувь. Обувь великолепная. $30-40. Полная цена. Смотрите, какие шикарные кроссовки. Зимняя обувь никакая, вообще, я бы сказала, никакая. Но она прилично выглядит. Но это на мой вкус, я не знаю. Ну что это? Вот смотрите, симпатичные сапоги, почему нет? Очень симпатичные, они высокие, выше колена. Сейчас они на скидке 70%, $12. А спортивная обувь просто великолепная. Вот кроссовки. Я на них смотрю, смотрю, смотрю. Ну, симпатично. $35. Супер. Я просто обращаю внимание на этот цвет, потому что у меня спортивный костюм, дорогие мои. Джессика Симпсон. Этот цвет. Поэтому я обращаю внимание. А эти какая прелесть. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая прелесть. Смотрите, какая прелесть. Вот обувь спортивная Target. Это что-то. Это что-то. Иногда бывает, даже вы не увидите в других магазинах какой-то обуви. Здесь просто какая-то специальная. Эти кроссовки, носки. Ну, а остальная обувь, ну, я бы сказала, ну, как бы она, как бы сказать вам это правильно. Вот тоже, кстати, это же имя, видите? Хорошее качество, но самое что ни на есть обычное. Нет каких-то выкрутасов, нет какой-то яркости. То же самое касается и сапог, допустим, 70% сейчас тоже скидка, видите? Вот это симпатичное. Вот смотрите, какие. Вот это прелесть. Это просто прелесть спортивной обуви. Смотрите. Вот это прелесть. Сколько цена? 9.08. Вот смотрите, это пятерка. Я сейчас померяю. Здесь есть такие сидушечки. Можно сесть, присесть. Девочки.
ботинки 70%, летняя обувь. Ну, летняя обувь иногда попадается очень красиво, а иногда самое что ни на есть обычное. Вот эти туфельки очень даже мне нравятся, $30. Вот эти туфельки очень красивые, смотрите какие, очень симпатичные. Хорошее качество, добротная шестерочка, золотистая, очень красивая. А это ботинки, 70%, сейчас скидка, 11.38. Что я хочу сказать по поводу этих ботинок, они очень хорошие. Вот у нас такие здесь ботинки очень популярны, я имею в виду цвет, форма. Ну, они как бы тяжеленькие, но, вы знаете, хорошее качество, очень хорошее. Вот смотрите, я сейчас для вас примерю ботинки, это семерочка, и кроссовки, это пятерка, но она подойдет на 6,5, потому что размер у меня 6,5-7. Это смотря что... Какая обувь, вернее, потому что иногда бывает очень разная. Разный размер в обуви. Я хочу сказать, что ботинки действительно очень удобные. Колодка удобная. Каблучок кажется большой, но ощущается как бы без каблука. Удобная колодка. Семерочка – это мой размер. Очень удобненькие. Я сегодня в таком спортивном костюме. У меня куртка тоже синяя. Лучше показаться в полном виде вам в зеркало. Так будет лучше видно. Сегодняшний мой такой нарядня. Обычный, повседневный, спортивный. Кроссовки. Кроссовки даже неплохо выглядят, по-моему, даже под сегодняшний мой нарядня. Ой, я имею в виду ботинки. И вы знаете, очень радует то, что нет музыки. Я могу разговаривать с вами, могу что-то вам рассказывать. Видите, симпатичная. Да, очень удобная колодка, отличная. Но я их брать не буду, потому что, сами понимаете, ну куда? Куда мне носить? Мне носить некуда. Куда носить такую обувь? Не знаю. У меня вот как бы одни есть. Я покупала Marshalls. Это из дорогого имени. Вот сколько их ношу. И не знаю, буду еще в следующий год носить. Не знаю, очень такие хорошие. Как мне нравится этот магазин. Как мне нравится, потому что такая тишина, потому что нет музыки. Тишина. Такая тишина. Что я хочу сказать вам по поводу этих кроссовок. 6,5 размер. Это 36,5 по-нашему, да? Если вы имеете этот размер, то... Вы можете купить кроссовки размер номер 5. Шестерка 4. 36. Имеется в виду. Да, мой размер. Вот смотрите, мой размер. Вот пальчик, видите? Даже не здесь, а здесь. Очень симпатичные кроссовки, мягкие, удобные. Смотрите, внутри дело в том, что, видите, мягкая, такая пухнастая основа, и это даже стелька пухнастая. Да, они идут как зимние. Знаете, дорогие мои зрители, наверное, я возьму эти кроссовки. Да, возьму. Я бы здесь себе рубашку присмотрела. Смотрите, какая красивая под джинсы. Понравился мне цвет.
тоже на скидке 4 доллара с копейками. Но ее надо мерить. Так, берем. Черная. Как-то я пропустила это дело. 7. Это что, взрослый, что ли? А ну-ка, дорогие мои зрители, давайте-ка мы задержимся. Хотела выключаться. Вы знаете, все-таки я возьму серое, потому что это, как бы сказать, такой цвет более нейтральный к моей одежде. У меня куртка есть серебристая, и джинсы серые, а черного как-то у меня не очень много. Ну, наверное, видите, даже носки мои подходят. Даже носки. Так, ну что, наверное, эти беру. Хотя черные тоже очень такие хорошие. Это взрослый размер 6 и размер 7. Но раз 7 чуть большие, а 6 чуть-чуть меньше даже, нежели эти 5. Вот видите, совершенно одинаковые кроссовки. Но эти идут как детский размер, а эти идут как взрослые. Вот прайс. It's same price, 11. Yep, 11.38. Okay. Выбрала. Ну и что еще вам показать? Давайте покажу вам немного летней обуви. Ее на данный момент не очень много, потому что, очевидно, ждут новое поступление. Поэтому делают переоценку новой обуви, освобождают место. Обожаю такую обувь джинсовую. Обожаю. Обожаю. Ну, вот как бы и все. Видео по обуви мы посмотрели с вами. Делаем вывод какой? Вывод такой. Тоже очень хорошая, симпатичная. Что и обувь очень хорошая, качественная, добротная. Так что добро пожаловать в Target. Еще бы было бы очень хорошо, если бы мне платили бы за рекламу. Хотя, с другой стороны, этот магазин, мне кажется, в рекламе не нуждается. Ну, было бы неплохо. Почему бы нет? Почему бы нет? Те, конечно, кто живет здесь, тем будет интересно. Ну, а с дальних стран уж ничего не поделать, но просто посмотрите.